уложила мама свою дочку Машу спать, погасила свет и ушла к соседке. Лежала Маша, лежала, никак сон не приходит. То ей жарко, то жестко, то подушка высоко, то подушка низко. Рассердилась Маша, и ну кулаком подушку месить. Ну, противная, жирная, душная. А потом давай ногами дрыгать. Одеяло на пол сбросила и говорит: «И ты убирайся, тяжелая, кусачая!» Простыню стянула. «Без тебя лучше, а то все на пол съезжаешь!» Слезла Маша с кровати, ногой топнула. «Надоела мне эта кровать! Спи, да спи! Скучно!» Сунула она ноги в тапки и, как была в длинной ночной рубашке, потихоньку вышла из комнаты. Смотрит, дверь на крючок